Ну здравствуй, верный! Мы приехали в город Гурьев, село Жвачка. Те, которые там живет, кстати, на русском как будет? Люди. Люди, это адамдар же. Тогда люди. Те, которые там живут, люди. Мы 10 лет играли на казахском КВН. И первый раз выступаем на русском КВН. Мы самые русскоязычные команды на фестивале. И мы ради миллиона готовы на все. Сначала познакомиться с нашей командой. У нас команда первый Петр. Второй Екатерина. Третий я. Четвертый Джи. Ниги Джи. Просто 4G. И точка. Пятый у нас Юрий. А это кто, братан? А это, это наш политкорректность. Ну, алды-то он. А мынау айтады, ана кісіні наш политкорректность. Уважаемые люди, уважаемые зрители, мы сами русские в деревню приехали. Да? Мы сами русские в деревню приехали. Мы сами русскоязычная команда. У нас в ауле живет 5000 человек. Потому что аул такой маленький. Не такой же маленький, чуть-чуть большой же. И еще Билайн вышка есть. Вот ты 4G. Вышка есть у нас. Короче, мы дикие команда. И біздің боратқа айтарымыз бар. Бір жеріңді. Ваши аплодисменты! Наш участковый пришел. Участковый, где твоя форма? Ты западло же форму одевать надо. Вы что оборзели? А почему вот эти костюмы из ДК украли, ё-моё? По-любому же никто не носит, никому не нужно. Гонишь, что ли? И что, если завтра Путин приедет к нам? Ой, только ты мой сгилькин, как Путин гайден гилит? Путин непредсказуемый, ё-моё. Все, пошли мы, участковый. Это Алматы, это не твоя юрисдикция. Как тебя зовут? Юрий. Юрий. Дикцент, узду стола, брат, чунба. Пошли. Давай. Участковый братан, здесь на приз 1 000 000 тенге. Если выиграем, поделимся. Со мной? Да. А что резко сходу об этом не сказали? Резко самого сексуального человека ауле оставили, ё-моё. Братан, не матерись, пожалуйста. Извините, извините, уважаемый жюри, извините. Он просто так сказал, ё-моё. Слово секс это... слово секс это не матершинное слово, ё-моё. Это же русский КВН. Это литературное слово секс, это нормально в русском КВН, это порядки вещей. А ты говоришь, вот, нормально. Хочешь, поломали? Я? Смело. Секс? Жириновский, секс! Все, хватит, все. А что вы вот эти костюмы русские, почему вы думали, русские при это КВН пришли, надо вот это русские одевать, что ли? Мы же русская команда. Как русская команда? Они же знают, что вы казахи, ё-моё. Братан, не знает. Почему не знает? Потому что мы без акцента играем. Базара нет, без акцента играете. Ну, они же вот визуально же видят то, что вы казахи, ё-моё. Не видят. Со стороны же виднее. Не видно же, Миля. Посмотри со стороны, видно или не видно. Не видно, нормально, видно. Похож. Похож, нормально. А что тогда жюри не смеются тогда? Да вот что смеется, мол, организм. И вообще, вот это, кто вот это? А, он наш местный. Нам город показывает, наш гей.
Эй, гид, ё-моё, гид, 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 понимаешь? А чё, откуда нашли его? Кище? Жирановской, ты кучи с меня кирижатся? Масанчима? Я, масанчима кирижатся. Бер горшир, а уз мурну бер канкан, кем бы навердинге? Исне горш, вообще, а илдин кем гибылган? ЛГБТ, ЛГБТ, дим жиру узмин узи. Кем адам кусам? Тосын, аяк бит, походу, қалан біле дұғы кішкені, орыс қой команды, көвен орысша болғасын командыға пайдасы терді. Ты че гонишей? Ты знаешь, что такое вообще ЛГБТ дейтін не екен, білесің бе? Білем, білем, ана Астанадағы мысы бейт бұрады, болдамен тұрады, реліс шоқ, ақша шоқ, арды айқай болып отқан. Е, ол ЛРТ. ЛГБТ дейтін ол кей, не кей, а гид. Е, гид, гид жатсуды, гид отсуды. Е, гид дегенде гидді кетед. Ладно, ладно, хорошо, русский КВН играем. А чё, если русский КВН, почему в жюри Гусман не сидит? Зато Ефремов сейчас сидит. Ой, шутка вот, бомба сейчас. Вот это русский, вот это актер же есть, вот сидит же он сейчас. Про эту шутку была, аплодисменты, аплодисменты. Аплодисменты, но, аплодисменты, вообще, вообще, бомба, красавчик же есть.